Еще одна масштабная стройка, но уже коммунального характера, состоится в Урае. Там проведут канализацию в районе деревянной застройки. Сейчас на этом месте возводят благоустроенное жилье, а деревяшки сносят. Старые коммуникации пора менять, они просто не выдержат нагрузки. Отмечу, по окружной программе развития жилищно-коммунального комплекса в муниципалитетах должны заменять минимум 5% инженерных сетей ежегодно. Что касается Урая, местных жителей беспокоит то, что коллектор будут строить на месте Березовой аллеи. Под коммунальные нужды придется вырубить несколько десятков деревьев. Визг бензопилы в этом районе урайцы услышат уже в мае. Вырубку этих деревьев просчитывали вместе с градостроительством, с управлением капитального строительства по минимуму. Поэтому вот насчитано всего 26 деревьев под вырубку. Как по проекту планировки, конечно, это все будет потом уже засеяно.